Ребята, всем привет. Выехал сегодня на рыбалочку. Попробуем половить рыбку. Сегодня очень пасмурно. Вечером обещали дождь. Людей на воде очень много. Даже не знаешь, где стать. Ну, пока припарковался вот возле базы отдыха. Попьем кофе. И будем пробовать ловить рыбку. Что с этого выйдет, снимем, покажем. Поехали. Ну вот, ребята, поставил любимый силикон дайва. И на первом забросе вот такой вот красавец. Ловлю я на Сен-Крой, Эвид. Вот он. Красавец, хороший окунь, хороший. Силикон дайва полностью заглотил. Но мне это нравится. Будем продолжать. Раз такие окуни, значит, есть и больше. Будем пробовать дальше. Поехали. Вот силикон дайва в таком вот свете. Груз Днепро-свинец, 20 грамм. Пробуем еще. И берет на самой глубине. Тут глубина где-то 4,5 метра. И практически на равномерной проводке. Берет жадно. Сейчас посмотрим, возьмет ли еще один окушок. Оп, есть. Есть, есть, друзья, есть. Есть, 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 есть. Такой же хороший кабанчик. Смотрите, какой красавец. Силикон дайва рулит. Красота. Продолжаем. Ну что, делаем опять заброс. Берет где-то вот здесь вот он. Тут лес валят вовсю. Беспощадно. Слышно, бензопила работает. Но нам нужен теперь окунь большой. Очень большой. Так. Не хочет, да? Ага. Он стянул силикон. Так. Раз берет окунь, должен брать и судак. Но почему-то судачок молчит. Щучка молчит. Проплывал только что рыбачок. Я у него спросил. Тоже ловил на силикон. Сказал, что был сход. Небольшой щучки. Оп. Была поклевка, но видать, поздно я подсек. Или стянули силикон. Ну, стянул силикон. Ладно. Там, видать, стайка стоит хорошего окуня. Мы возьмем на копчение. Так, дружище, давай. Ты вот здесь недалеко. Делаем обычную равномерную проводку. Где-то вот здесь вот должна быть поклевка. Оп. Была поклевка. Но тщетно.
колдуем. Красота, птички поют. Не хочет. Неужели их там два было? Не может же такого быть. Там должна стая стоять. Ладно. Должны еще поймать. Есть, есть, друзья. По-моему, сход. О, стащил силикон. И силикон же крупный. Видите? И он его стаскивает. Ставить меньше я не хочу, потому что вообще цель половить с удочка щучку. Ну, раз клюют такие хорошие окуни, почему бы нет? Силикон, я смотрю, да, этот универсальный. Я на него и сомика ловил, и щучку, и окунь берет. Не ожидал, что силикон будет такой уловистый. Так, если мы сейчас чуть-чуть сюда забросим. Ну что, ребят, поставлю ларовый винг вот в такой вот расцветочке с грузиком 16 грамм. Посмотрим, как окушок будет реагировать на нее. В том году брал очень хорошо. Оп, есть. Друзья, смотрите, ларва винг работает. Работает ларва винг, ловит хороших окуней, упирается. Смотрите, какой красавец. Хороший. И в том году она меня выручала. И в этом. Ларва винг. Опять идет ларва винг в бой. Очень хороший силикон, кстати. Недорогой. Компания Fish & Roy выпустила. В воде очень хорошо играет. Ну, где поклевочка? Оп, есть. Друзья, есть. Видите, на каждом забросе окунь. И хороший окушок. Мирный. Ларва винг. Он полностью заглотил. Будем продолжать. Вот, ребята, откусили ларву винг. Сейчас будем менять. Приплыли рядом, стали троллили рядом, стали. Чего здесь стали? Не люблю я таких людей. Видит, что тот человек ловит, надо рядом встать. Ну что ты такой? Дёрг-дёрг и стащил, дёрг-дёрг и стащил.
Надо, чтоб клевал. А он стаскивал. Ладно, ребята, надоело мне ловить окуня. Он стаскивает приманку, но не засекает. Сейчас будем перебираться. Он даже порвал ее. Ларва винг все равно рулит, видите, привлекает рыбу. Пробовал вертушку ставить здесь. Ставил еще. Вот вертушка МЭПС. И ставил силиконы такой. Фирмы Lucky John. Ничего. А поставил ларва винг. Сразу начала клевать. Но у нас цель судак щука. Поэтому будем перебираться в другое место. Поехали. Пока переплываю в другое место, решил немножко потроллить. Но я вижу, что люди троллят, и пока безуспешно. Очень много людей троллят, но ничего. Мы сейчас обследуем одну ямку, а потом перейдем на место, где я в те выходные поймал щучку. Посмотрим. Ну что, ребят, проплавал больше, чем полдня сейчас. 12 часов 10 минут первого. И рыбачки уже разъезжаются. Сейчас сижу здесь вот на границе с лилиями, пробую и твичить, и силикон, и блесна. Тишина. Там рыбачки сидят, и квочат, слышу, и на силикон, и на блесна ловят. Но пока тихо. Обещали сегодня дождь еще. Может, это поможет, она проклюнется. Ну, будем пробовать. Вода 13,7 градуса. Вроде бы должна брать. Поехали. Ну что, рыбка молчит. Поменялась погода. Был ветер, теперь полный штиль. Ветра нет. В принципе, на вечер передавали дождь. Ну, не знаю, будем пробовать. Может, что-то еще и проклюнется. Ну что, будем закругляться. Уже 4 часа дня, у нас идет дождь. Итак, сегодня фаворитом был силикон фирмы Fish & Roy Larva Wing. Ловил черный с блеской и ловил вот такой вот фиолетовый. Я его уже выбросил, окуни просто его разорвали. Так, и наш сегодняшний улов. Вот такая у нас погода. Идет дождь, туман. Рыбка не клюет. Так, где там наши окуни? Вот. И вот это вот все, что сегодня было поймано. Хороший зачетный окуни. Ларва винг. И силикон дайва. На дайву я поймал 2 окуня, а все остальное ларва винг. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, у кого что сейчас клюет, на что клюет. Погода вот сегодня, видите, такая удалась. Дождливая, пасмурная. Надеялся, что рыбка будет клевать, но щучка молчит, судачок молчит. Завтра еще выйдем на воду, посмотрим, что будет завтра. Завтра вроде бы погода должна быть получше. Ну, посмотрим. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч.